Привет, друзья! Это YouTube-канал Крас Ньюс, и я журналист Дмитрий Полушин. Сегодня, 8 августа, прям вот в эти минуты на Театральной площади в Красноярске проходит очередной, как говорят в полиции, несанкционированный митинг. Люди собрались кормить голубей уже в третий раз, и наш YouTube-канал в третий раз, в третью субботу освещает это мероприятие. Не сказать, что с каждым разом на мероприятие собираются все больше горожан. Все-таки мы, сибиряки, более замороженные, чем хабаровчане. Но люди приходят, и не каждый раз одни и те же лица, хотя и те, кто постоянно входят, какое-то ядро, костяк, он здесь, безусловно, присутствует. Но и новых людей, много молодежи, люди разных возрастов приходят и скандируют: «Красноярск, выходи! Свободу Кургалу! Свободу Быкову!» Вот неоднократно подходил к этой, можно сказать, уже толпе, примерно человек, наверное, на 50, на 70, представитель полиции, и предупреждает, что вот этот сбор со скандированием является нарушением закона, и ходят представители полиции и снимают лица для того, чтобы в дальнейшем этих людей привлечь к административной ответственности. Давайте послушаем скандирование, посмотрим, что говорят люди, чего требуют. Постоянно, каждую минуту здесь звучат какие-то кричалки. Вот так проходит суббота для наиболее протестной и активной части красноярцев. Ребята, в этот день я хотел бы к вам обратиться за поддержкой. Мы поддерживаем протестное движение и каждую субботу приходим сюда для того, чтобы осветить это мероприятие. Благодаря нашей работе, благодаря вашему участию, Красноярск на фоне других городов выглядит не самым пассивным. Ребята, в этот день, сегодня, 8 августа, я собираю поддержку для нашего YouTube-канала. И если есть возможность, поддержите донатами. Подробности в описании, как можно поддержать, перевести какую-то копеечку. Спасибо. Более подробное видео вы увидите через несколько часов на нашем YouTube-канале. Заходите, подписывайтесь, делитесь этим видео. Всего вам доброго.